Салют, братишки, стрёмки, микрофон и мистер Кей. Я зашел в МТА вместе с Максом Дипом. Привет! На один из самых популярных серверов на этой платформе FS Gaming. И хочу сегодня поиграть, опять же, вместе с Максом Дипом. Боже, привет! Я не знаю просто, что тут столько всего, что выбирать. Я хочу поиграть сегодня на режиме шутер. Это один из самых-самых-самых-самых моих любимых режимов после Deathmatch. Но Deathmatch умер для меня в 2013 году, когда закрылся мой любимый сервер. 100% дерби сервер. Давайте. Да, памяти. Давай. Минута памяти, минута молчания. Будем считать, что она закончилась. Да. Давай заходим на шутер. Шутер, все понял. Есть несколько. Бета, да? Есть несколько серверов, то давай на альфа зайдем, думаю, там. А может быть на бета? Я уже зашел просто на бета. Случайно. Окей, давай на бета зайдем. Угу. Так, ребята здесь играют, сейчас дождемся, когда они закончатся, какой-то парень на фургоне гоняет. Первая карта для нас на какой-то машине. Я на какой-то вообще хреновенькой, мне она не очень нравится, честно говоря. Подожди, а что делать-то, что делать? Я тоже не знаю. Ты забыл, что тут делать? Тут надо взрывать другие тачки, стрелять. Так, а как прыгать там? Как стрелять, вообще не пойму. Стрелять. О, на все, клавишу на огня, катарел. прыгать, я не знаю, как прыгать, честно говоря. Блин, у меня взорвали сразу. Вы же взорвали? Я ничего не успел. Слушай, сделать. Соберись, потому что я хочу, чтобы мы вдвоем тут. Почему кому-то туризму дали? Почему мне дали такое говно за 100 тысяч? Ну, туризму дали? Да? Я ни у кого не вижу туризма здесь, в принципе, все на... Сейчас ты по-любому его увидишь, бляха, потому что он всех выиграет. Меня взорвало. Ух ты, нихера себе лазеры. Нихера, лазерами стреляют, обалдеть. Да. Вот это МТА, ребятушки. Слушай, надо найти лазером. Такие же тачки здесь, если мы будем на похожей карте. Мне нравится. Он рели стреляет лазером. Ну, он не стреляет лазером, он как-то этим лазером пользуется, не знаю, ладно. Типа бензопилы, наверное. Да. Вторая карта у нас, я опять на хреновой машине, но мы уже поняли, что надо найти как раз таки нормальную здесь каким-то образом. Да, у меня такая же машина нубовская. Только каким образом, я не знаю. Здесь ребята уже стреляют во все. Ой-ой-ой, рядом со мной летают ракеты, мне стрёменько. Уже кто-то подобрал нормальные машины, а где их подбирать-то? Блин, а, я не знаю, я вообще без понятия. Ёпта, я взорвал одного. Да? Красава, да, я взорвал одного, красава. Нифига себе. И то это случайно было, так что извини, чувачек. Но надо как-то... Оп. Промазал. Вообще неуправляемая машина сейчас, на которой я езжу. Нихера себе, тут лазерами. Давай. О, блин, как они близко мне летают. Обалдеть. Ё-моё. Нет. Это ты, что ли? Нет. О, боже мой. Кто меня убил? А, это ты был, прикинь. Конзю убил меня какой-то. Я в тебя там тоже стрелял. Ну, я хотя бы одного убрал. Лазерами стреляют. Где брать такие машины, скажи мне? Я вообще хз. Ну, там что-то с парашютиков падает. Да? Может, парашютики надо ловить? О, я взорвал кого-то. Не помогли ему лазеры. Я, кстати, один из трех остался, последних. Опа. Шансик. Ой. Что ж ты так? Я не выбыл. Сзади, лазеры. Ой, как больно. Как больно. Нихера себе. Ну, моей машине, разумеется, не мне, конечно же. По прямой, ну куда ж ты поехал? Она очень сильно дрифтует. Эта машина вообще не должна дрифтовать. На тебя едет. Стреляй, у него перезарядка пока. Я хочу что-нибудь подобрать себе. Где моя машина нормальная? Ты остался один на один. Один на один? Да, давай на него прям. Давай же. Почти. Покажи мастер-класс. У меня машина тоже такая не самая. Ну! Какая. Да, отлично. Смотрите, кто победил. Я второй. А, нет, победил, прикинь, победил. Первый, да. Первый. Моя первая победа, кстати, на этом режиме. О, и карта, что ли? А, да, карта сменилась. Следующая карта. Блин, надо... У меня, кстати, теперь две ракеты, да? А, типа ты выиграл, и ракеты добавляются? Блять! Взорвался? Сам себя взорвал. Следи за мной, смотри. Давай, сейчас найду тебя. А, я не знаю, какой что? У тебя ник. Сквозь она пролетела. Ищи быстрее. Так ты, есть. Ты за гостя зашел, я не знаю, какой у тебя ник. Я взорвал. На какой машине? Ну я на зеленой машинке такой, с одной пушкой. А, все, вижу, да. Ты мистериус. В тоннельчике. Ты мистериус, да. Окей. Ну я одного уже взорвал. Вас трое. Хорошо. Осталось, трое. Ищи их. Понял. Вот он едет. Я уже вижу. Ой, как, ух как ты! Близко-то. И я, и он, да? Нет, он нет. А почему? Не знаю, но... Видно же было, как взрыв рядом с ним был. Я опять с двумя ракетами. Да, здесь, видимо... За победы выдаются более крутые тачки.
Нихера себе, он из минигана стреляет в меня, прикинь. Нифига себе, я взорвал еще одного только что. Иди нахер от меня, иди нахер со своим миниганом. Это вообще читерство. Нельзя с миниганами, да. Вы че? Блин, пипец, пипец. На каком-то Ваутоне, блин, с миниганом. Жалобу в репорт, слышишь? А? В репорт жалобу. Да нет, у него просто, наверное, одни победы на этой карте. Какие нахрен? А, вот. О, с парашютика что-то упало, я не понимал. Я починку нашел, нормально. Слушай, нужно парашютики ловить, слышишь? Они за мной прям, они прям за мной гоняют. А что вы внизу делаете? Сли за мной. Так я живой. А, ты живой? Вы что-то внизу там гоняете, я к вам хочу так-то. Внизу? Это наверху, что ли? Да. Я наверх, да. Наверх поеду. Ю-ху. Поехали наверх. Я тебя прикрою. Наверх. Есть, я тебя прикрыл. Красава, красава. Я его убил, кстати. И сам взорвался. Ой-ой-ой-ой, да иди нахер своим лазером. Блин, вот козлина такая, а. Эх, развернуться ты не успел. Я теперь не могу. Козлина. О, ты второй, тачку. Прикинь. А, нет, это я второй. А, ты... а, да, ты второй. А тебя взорвали, что ли, получается, или что? Так я тебя прикрывал, сам взорвался, его убил. А, он, ну что, окей, окей. О, у меня теперь две пушки. Смотри, мы рядом с тобой. Иди, едь ко мне, налево. Налево едь. Отлично, я вижу. Не, я хочу на этот. Взорвать его хочу. Вдвоем давай кого-нибудь взрывать, да. Взрывай, он стоит. А он прозрачный что-то. Все, взорвали. Нет, взорвалось. Блин, лазеры. Сзади тебя, да. Помоги. Сейчас помогу. Я тебя боюсь взорвать. Да похеру. Взорвал я его, вот, нормально. Отлично, красава. Да. Мы вдвоем. А, нет. Вон там еще один остался. Там еще один, поехали. Если увидишь починку, починись, то у тебя все хрененько здоровье. Окей. О, я лазером могу стрелять, прикинь. А? Теперь лазер появился. Охереть. Ну тогда удачи. Да, я первым буду, ё-моё. Ага. Удачи. Нет. А, почти. Ну, кстати, первое и второе место заняли. Нормально. Интересно. Надо дальше также эту карту тащить. Точнее, не эту карту, а режим. Так, я теперь, получается, буду с лазером ездить. Слушай, у вас с лазером ездить круто. Подожди, а как ты его активируешь? Как, на стрельбу? Угу. То есть нет ракет, но есть лазеры? Да. С лазером проще, на самом деле, потому что с лазером проще. Ну не знаю, тут сразу, я теперь могу сразу две ракеты выпускать. Вот, я просто подъехал к парню и поджег его. Это изи, я тебе говорю. Это изи. Есть, я убил одного только что. За мной охотится парень, что он хочет? О, у меня лазер появился. Помоги мне. Да зачем в меня-то? Ой-ой, сори. Давай его. Ну все, он там почти. В меня не надо. Это не ты, я в него. А кто в меня-то? Не я точно. Да, я за ним иду. Я за ним спешу. Нихера себе. Тебя расхерачу. Из минигана. Нормально. Ну, кстати, опять второе-третье место. То есть, более-менее. Угу. Так, следующая карта у нас. У меня новый лазер появился, или это старенький? Старенький, наверное. Ну, у меня лазер, походу, 100%, да. Так. Это я. Поехали кого-нибудь будем. Не знаю, резать. Я не знаю, как сжечь, резать. Как из лазера вообще стреляют? Ну, так вот, наверное, жгут. Да, жгут, наверное, да. Так то можно ли... О, то нельзя. Нельзя, и тебя починить себе. Вот здесь спуск. Так, где починить? Я думал, сейчас спрыгну, взлечу, блин. Я вон там вижу двоих где-то, вот здесь есть починка, кстати. О, починочку вижу. Сейчас починить быстренько. Попробую сейчас того сжечь. Он с миниганом! Опять тот же, что ли? Да, это тот же. Помоги мне. Давай вдвоем его. Бля, почему она так сильно дрифтит, я не могу понять. Пытаюсь к тебе ехать. Давай. Он перевернулся, давай. Все, поджог, отлично. Он готовый. Мы вдвоем остались опять. Не успел. Опа, у меня миниган. Миниган. Нихера себе тебя разносит. Что за подстава? Все, я первый. Это подстава какая-то. Это круто, это очень круто. Мне нравится. Кто тебе его дал? Кто мне его дал? Так это, видимо, финальное уже. То есть здесь оружие апгрейдится по количеству твоих убийств. Я так полагаю. Интересно. Мы рядом с тобой появились вдвоем. Окей.
Тихо, с миниганчиком аккуратно. Вон этих ублюдков давай. Да-да-да-да-да. Все. Кстати, это вроде даже не самое крутое оружие. Смотри, там опять еще более. Опять отлезет, ува. Я в него стреляю. О, давай. Догоняй его, я тоже его буду гонять сейчас. Догоняю. Автобусник зайти. Все, расстрелял. Автобусника, помогай. Он готовый. Автобусника быстрее. Да готовый автобус. Все. Осталось этот только. Мочи его надо. У меня миниган перераз... Я один... Я говорю, бля... Да. Все. Жопа. Блин, придется починиться, съездить. Вдвоем с ним остались. Уезжай туда. Я починку не вижу. Он сейчас тебя настигнет, куда ты... Да я починку пытаюсь найти. Улетишь сейчас. Ой, все. Ясно. Ладно. Блин, взорвался ты прям рядом со мной, все здоровье мне подпортил. Ну ладно, бывает. Опять в топе. Да, кстати, уже какой раз. Нормально играем. Вдвоем проще играть. Ну, это естественно. Так. Поехали опять вместе. Я чувачка забомбил. Да? Взорвал. Да, уже одного. Окей, поехали в другое место. Он там едет куда-то. Он едет. Он с ракетой. Нуб только. Лошара. Только зашел такой. Ой. Только думает, читеры. И все, читеры, да. Ничего себе, что это за бомбежка? Это что такое было сейчас? Не знаю. Ты кто был? Давай Валтом. Ну-ка, вали. Ты все еще с лазером? Это что так? Нихера себе. Это что было-то? Я не понял. Реально бомбежка какая-то. Во все стороны, что ли? Видимо, да. Это, наверное, самое крутое оружие здесь. Надо его тоже заполучить. Странно. Не выйду с сервера, пока не заполучу это оружие. Реально. Мне кажется, не получится. С чего ты взял? Это только задротом дается, истинным. О, нихера себе, медаль это оружие. Мочи его. Блин. Есть? А почему оно не стреляет-то? А как ты его? Ты на воде как-то, я не знаю, стреляй быстрее. Очень тяжело им стрелять, у меня здоровье уходит все. Быстрее! Блин, он обижает, а вокруг тебя сзади спрятаться сейчас. Спрятаться надо от него, ебаный. Сзади стыд. Обижает тебя. Он починился еще. Черт, мне бы починиться надо, я вообще на исходе. Нет, это жопа, он прям за тобой. Вот урод, а. Не успеешь. Нет, не подорвал его. Нет. Блин, пол хп снял. Только. Блин. Это, кстати, тот был урод такой. Да. Ну ладно. Кстати, все равно в топ попали, так или иначе. Да, оба в топе. Ну что ж, ребят, спасибо, что посмотрели эту серию. Поставьте лайк, если вам понравился этот режим и вообще сервер этот FS Gaming. И исходя из ваших отзывов, я решу, снимать дальше или нет. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Макса Дипа по ссылочке в описании. И... Да, спасибо большое и... Удачных вам игр. Удачных игр.